Швейная машина Jack H2. Промышленная швейная машина с двойным продвижением материала, шагающей лапкой для средних и тяжелых материалов, с встроенным сервоприводом, увеличенным длиной стежка до 12 мм. Швейная машина новая. Купили машину, чтобы поставить окантовыватель для автоковриков. Ну и смотрите, я вот все сделал, да? И смотрите на мой головодитель. Вот эта вот часть, видите, вот она касается и гнет. Ну, значит, такого быть не должно. И здесь нам ничего сделать нельзя, кроме как взять и подточить вот эту вот направляющую. Сделать просто повыше. Здесь такая типа капельки сделана. Значит, мы ее отпилим. Обязательно нужно взять и положить вот так вот сюда материал, чтобы абразив у нас не попал ни в челнок, никуда. И таким же инструментом беру и стачиваю. Значит, я вам должен сказать, что эти действия с лапкой, с зубьями, отпиливанием никак не повлияет на работу машинки. Так что поснимаете окантовыватель, ставите свою игольную пластину и также работаете, как на простой машинке, без окантовывателя. Так, нужно вот это вот все снять. Мы сейчас попробуем. Что у нас получилось? Так, смотрите, вот, вот еще немного касается. Значит, нужно еще немного снять. Подпиливаем еще таким же методом. Так, ну и чтобы отполировать внутри, нужно снять иглодержатель. Я открутил винт, который крепит иголку. И вот так вот аккуратненько раз и снял иглодержатель. Так, и вот здесь вот изнутри нужно взять и алмазным надфилем тоже все подточить. Снять заусенцы просто здесь. Вот таким вот манером. Вот так вот беру алмазным надфилем и краешек снимаю вот это вот. Так, все, отлично. Я возьму здесь еще и заполирую на полировочном. Так, беру теперь, ставлю на место. Так вот выравниваю под винт. Совмещаю наш винт. Закручиваю. Закручиваю винт крепления иголки. Так, и пробую поднять иглодержатель вверх. Так, смотрим, что у нас получается. Так, ну вот, все в принципе у нас не касается. Нужно так, чтобы там был зазорчик. Чтобы игловодитель не ударялся по нашему окантовывателю. Так, ну все, я поставил. Здесь вот есть зазор 2 мм. Вполне достаточно, чтобы у нас не цеплял. Так, ну все, здесь в норме. Ставим иголку и ставим лапки.